Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, 9 мая на территории Губадлинского района на государственной границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть. На церемонии, организованной по этому случаю, выступил заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Азат Алекперов, который передал личному составу поздравления начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева. В выступлении было отмечено, что данное мероприятие особо значимо, так как проходит в преддверии 98-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, основателя национальной государственности. После перерезания ленты, символизирующей открытие новой воинской части, участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными в воинской части для организации службы. В завершении мероприятия были награждены отличившиеся военнослужащие. Каналымыза абоне олмағы вә комментария язмағы унутмейн. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.